Добрый день, уважаемые любители футбола. Компания Кремень ТВ для вас организовывает, скажем так, запись этого поединка товарищеского с участием Кремня, которая состоялась 13 июля в Харькове на стадионе с таким звучным громким названием «Бавария». Соперником Кремня в этой игре был харьковский «Гелиос», это команда первой лиги. И вот в этот день подопечные Сергея Ященко проводят свою четвертую товарищескую встречу. Кремень в этой игре выступает в синей форме, «Гелиос», хозяева поля, их соперник в желтой. Сейчас мы видим, команды определились со сторонами, на которых они будут начинать этот поединок. Кремень с левой стороны от нас и «Гелиос», соответственно, с правой. Будем знакомиться с составами играющих команд сегодня. Сразу скажу, что по просьбе главного тренера Кремня Сергея Ященко тех игроков, по которым еще есть у тренерского штаба неясность, одним словом, те игроки, которые находятся в Кремне на просмотре, их имена и фамилии называть мы не будем. Ну, давайте посмотрим, кто начал первый тайм в составе кремичужан. В воротах Андрей Олейник. Далее это Кирилл Процишин, это Дмитрий Волошин, Евгений Опришко, Дмитрий Таран. И впереди Константин Черний, Сергей Чинбай. Сразу 4 игрока в первом тайме вышли у Кремня в этой игре на просмотре. Ну, их поэтому, ну, называть мы их имена еще и по той причине не будем, что очень тяжело, судя по картинке, находясь непосредственно не на стадионе, идентифицировать новых футболистов в составе кремичужан. Поэтому, ну, как-то будем выходить, будем выкручиваться из этого положения. «Гелиос» сейчас проводит свою первую атаку в этом матче. Пытаются харьковчане пройти к воротам Андрея Олейника левым флангом, но здесь попытка эта оказалась неудачная. Мяч харьковчане потеряли, и Дмитрий Таран бросает аут. Вот видим, что имя этого футболиста под 22-м номером, который играет справа в полузащите, Дмитрий Таран, Сергей Ященко скрывать, скажем так, не просил. Но из этого можно сделать вывод, что в принципе этот игрок в новом сезоне будет защищать цвета Кремня. Такой же вывод можно сделать относительно и Кирилла Процишина, центрального защитника, который, в принципе, в тех товарищеских матчах, которые Кремень уже сыграл, действовал достаточно удачно. Сейчас первый угловой подавал Кремень с правого фланга, который минутой ранее заработал Евгений Опришко. Не удалось рассмотреть, кто наносил удар по воротам «Гелиоса», но этот удар был неточен. Что касается состава харьковчан, то здесь также есть определенные трудности, определенные проблемы. Очень много игроков и в Харькове на просмотре. Поэтому то, что удалось узнать, это вратарь Андрей Рябой в первом тайме сейчас защищает цвета «Гелиоса». Также Игорь Луценко, это защитник под 20-м номером. Игорь Чередниченко, номер 3. Илья Пильтенко, номер 4. В опорной зоне в первом тайме действовал Евгений Задоя, номер 99, и впереди Вадим Абеленцев под номером 16. Остальные игроки также являются инкогнито, как и некоторые игроки в Кремне. Но опять-таки повторюсь, что комментирую этот матч не на стадионе, поэтому, в принципе, даже зная весь состав команды хозяев с номерами, очень тяжело ориентироваться быстро по картинке, которую необходимо комментировать. Поэтому сразу хотел бы предупредить, что фамилии игроков «Гелиоса» очень часто называть я просто не смогу. Ну что, сыграли команды уже
почти 5 минут в этой встрече. Хозяева поля выглядят несколько активнее. Они начали свою подготовку чуть-чуть позже, чем Кремень, несмотря на то, что Гелиос является командой первой лиги, но для них это всего лишь второй поединок в летнем межсезонье, в летнем подготовительном цикле. Первый матч команда Сергея Сизихина сыграла 5 июля против юношей Академии Днепропетровской, ну, молодежного состава Днепропетровской Академии под руководством Дмитрия. Прошу прощения, забыл, хотел быстро сказать фамилию игрока Днепра, Дмитрий Михайленко, да, конечно же, Дмитрий Михайленко и наставник молодежного состава Днепра. Вот 1-0 победу одержал в этой игре Гелиос. Вот это только второй поединок товарищеский в летнем межсезонье для харьковчан. И третий Гелиос сыграет 17 июля с Авангардом из Краматорска. Вот так видим, команды по-разному готовятся, предпочитают тренера разные варианты. Если Кремень в летнем межсезонье за достаточно короткий промежуток времени сыграет 5 поединков, я напомню, это уже четвертый, то вот харьковский Гелиос растягивает свою подготовку и товарищеские матчи вот так надолго, всего 3 игры за достаточно продолжительный промежуток времени. С 3 по 17 июля всего лишь 3 матча сыграют харьковчане. Снова хозяева поля в атаке. Мы видим, что в эти стартовые минуты больше они владеют инициативой. Так сказать, пытаются с первых минут взять быка за рога, но пока что это у них выходит не совсем, наверняка не совсем так, как им этого хочется. Пока нету опасных острых моментов. Но я думаю, что в этой встрече они наверняка будут, как у ворот Андрея Олейника, так и у ворот его визави Андрея Рябова. Ну, посмотрим, будут ли забитые мячи уже в первом тайме. Сейчас на левом фланге игроки Гелиоса пытались вдвоем там пройти также двух игроков Кремня. Это у них не удалось. Я смотрю, что справа в защите действует один из новичков команды Сергея Ященко. Ну и будем смотреть еще по ходу, на каких позициях играют новые люди у Кремня. Сейчас неплохая атака получается у Гелиоса. Одна мяч на правом фланге, уже штрафной. Назад выполнял эту передачу зрячий под себя полузащитник харьковской команды. Всегда лично мне такие действия в атаке крайних игроков, которые врываются в штрафную, импонируют, поскольку передача не идет бездумно туда, прострел вдоль ворот, где, как правило, его выбивают защитники, а вот такой идет элегантный, эффектный пас назад под себя, когда уже защитники команды соперника пробегают через этот мяч, а там набегает соперник и может пробить беспрепятственно по воротам. Это вот такой вот фирменный стиль испанской Барселоны, когда очень-очень редко в исполнении игроков этого клуба можно видеть в таких ситуациях прострелы вдоль ворот. Как правило, идет передача туда-назад, либо на линию вратарской, либо на линию штрафной площадки, где набегает игрок соперника. Повторюсь, что в таких ситуациях при такой передаче назад очень и очень тяжело сыграть защитникам обороняющейся команды. Поэтому сейчас можно отметить такое действие в атаке футболистов харьковского Гелиоса. Но в данном эпизоде этот пас назад защитники Кремня достаточно успешно прочитали и ликвидировали угрозу у своих ворот. Сейчас очередная атака правым флангом на этот раз у харьковчан. Навес в штрафную, что здесь будет угловой. Мы видим, что игрок Кремня оказался первым на этом мяче и
стал на пути этого самого мяча еще тот момент, когда он находился в поле. Стандарт в исполнении Кременчужан мы уже видели в этой встрече. Сейчас посмотрим на исполнение углового от харьковского Гелиоса. Навес. Штрафную выигрывает второй этаж игроки харьковчан. Также выигрывают они и подбор, если можно это так сказать. Но поскольку мяч направлялся вперед в сторону ворот, подбором тяжело назвать. Но тем не менее второй мяч, выразимся так, также был за харьковчанами, что не красит защитников Кремня в этой ситуации. Дали они два раза своей штрафной игрокам соперника выиграть верховую борьбу. Однозначно из этого выводы сделать, я думаю, Сергей Ященко. Давайте вспомним быстро, как играл Кремень в своих товарищеских матчах в этом летнем межсезоне. Первую встречу кременчужане провели 4 июля в Ахтырке, уступили команде «Нефтянику Корнеев» со счетом 3-0. Затем сыграли в Полтаве 8 июля, обыграли еще один коллектив первой лиги — ФК Полтава со счетом 2-1. 10 июля была встреча уже в Кременчуге, единственный товарищеский матч в этом летнем сезоне, который Кремню удалось сыграть в Кременчуге. Сыграли с молодежным составом Луганской Зари, обыграли без особых проблем со счетом 2-0 кременчужане у своих молодежный состав Луганской Зари до 19-21 года живет в Кременчуге, тренируется на стадионе Кремень, свои домашние матчи играет также на стадионе Кремень. Поэтому вот такое было небольшое дерби, если можно так сказать, между Кремнем и Дублем Луганской Зари. Кремень уверенно победил в этой встрече со счетом 2-0. Далее уже вот 13 июля матч Харькова против местного Гелиоса. Также коллектив первой лиги и завершит свои товарищеские матчи, летнюю подготовку к новому сезону команда Сергея Ященко 16 июля в Кривом Роге против еще одного коллектива первой лиги — Горняк. Давайте посмотрим за этим штрафным. Заработали харьковчане право на штрафной удар, но он до ворот достаточно далеко, вряд ли сейчас будут наносить прямой удар, хотя вот мы видим, отважился на этот прямой удар игрок Гелиоса, ударил очень неточно. Ну, в принципе, для проверки своих возможностей в товарищеском матче можно нанести и такой удар. Хотя я уверен, что если бы игрок Гелиоса пробил подобным образом в официальном поединке, то наверняка услышал бы от своего наставника и от партнеров по команде парочку нелестных отзывов. Ну а так, товарищеский поединок, все спокойно, пробил 20 метров выше ворот, ну и пробил нормально, потренировался. На то они и товарищеские поединки. Кремень пытается в очередной раз провести какую-то свою атаку. Пока что в эти первые минуты ничего не получается у подопечных Сергея Ященко. Волошин бросил слева по своему флангу, туда на Сергея Чинбая. Не удалось Сергею зацепиться за этот мяч. Была проиграна борьба, но вот вторым темпом Кремень атакует. Неплохой пас на правый фланг на Тарана. Таран прострел вдоль ворот. Мяч пролетел сквозь всю вратарскую площадку. И не успел никто из игроков группы атаки Кремня замкнуть этот пас. Только лишь уже в самом конце, в завершающей стадии этой атаки, подоспел там левый крайний полузащитник Кремня, которому уже наносить удары из этой позиции было неудобно. Он только лишь попытался назад прострелить мяч вдоль ворот. Но там уже защитники Гелиоса не дремали. В принципе, нужно было этому крайнему полузащитнику Кремня, это игрок, который находится на просмотре, чуть пораньше сужать
сужать свою зону, замыкать дальнюю штангу, тогда было бы опасно. Снова Дмитрий Таран выполнял прострел со своего правого фланга, но там мяч стал легкой добычей вратаря харьковского Гелиоса. Сейчас Сергей Чинбай поправляет амуницию, мы видим, на футбольном газоне находится пока это время вне игры. Кремень в меньшинстве, очень долго там возится с бутсами Сергей. Тем временем его команда вынуждена обороняться без него. Гелиос переходит на половину поля Кремня большими, большими силами. Много, мы видим, комбинируют харьковчане. Но осмелюсь сделать такой вывод, что который вывод по той картинке, которую я вижу эти первые 15 минут поединка, что харьковская команда все-таки находится посвежее, нежели Кремень. Ну, быть может, это связано с разным тренировочным процессом. Мы не знаем, в каком формате проходит тренировочный процесс у харьковчан. Угловой, навес. Здесь справляются с этим угловым защитники Кремня. И мяч оказался на подборе у игроков Гелиоса. Повторный навес штрафную. Здесь Процишин проиграл верховую борьбу своему сопернику. Позволил тому нанести удар по воротам, но слава богу, что этот удар пришелся именно в то место, где находился Андрей Леник. Без проблем Андрей завладел этим мячом. Так вот, я закончу, что неизвестно формат, неизвестен нам тренировочного процесса харьковской команды, в то время как мы знаем, что Кремень тренируется в двухразовом режиме. Ребята работают достаточно серьезно, поэтому такую вот картинку сейчас мы и наблюдаем. То, что гораздо больше атакует Гелиос, Кремень в эти минуты вынужден защищаться. Угроз ворот голкиперу Гелиоса в это время мы пока что не видели. И вот очередную атаку пытаются провести харьковчане. Позиционно они расположились, 4 человека на своей половине поля, остальные на чужой. И вот так придержали мяч на своей половине поля, сделали несколько касаний для розыгрыша. И затем была попытка вывести через правый фланг своего полузащитника в эту зону, но не получилось. Мяч ушел за боковую линию, Волошин уже вводит его аутом в игру. И снова здесь очень легко и быстро проигрывается борьба. Будь то вбрасывание аута, будь это какой-то стандарт, проигрывается борьба игроками Кремня впереди. Сейчас едва не столкнулись головами два игрока Кремня. Может быть, сейчас Чинбай левым флангом пытался запустить Константина Черния в прорыв. В принципе, был неплохой перспективный момент у Кремня, но выполняя эту передачу, угодил в пятку Константину Чернию Сергей Чинбай. Мы это с вами видели, а мог в этом эпизоде форвард Кремня вполне и выскочить на свидание с голкипером команды соперника, но не получилось. Смотрим теперь уже за атакой Гелиоса. В очередной раз Кремень вынужден защищаться. Мы видим, большими силами защищается Кремень. Ну и вдобавок ко всему сейчас фолит 13 номер, это один из новичков команды, фамилию, имя которого мы с вами, к сожалению, не знаем. Нарушил правила против игрока соперника, будет штрафной для харьковчан. Так вот, еще и эта ситуация, в которой в эти минуты доминирует хозяева поля, быть может, еще и связана с тем, что сразу 4 новых игрока Кремня вышли в стартовом составе в этом первом тайме на эту встречу. Естественно, друг друга, когда футболисты не знают, тяжеловато взаимодействовать. Ну, плюс стоит сказать, что если те игроки, которые уже давно, ну, с самого начала проходят подготовительные сборы, их физические кондиции несколько отличаются от тех футболистов, которые приезжают на просмотр. Поэтому, плюс, как я уже сказал, друг друга они не знают, тяжело взаимодействовать, тяжело находить какие-то конструктивные нити
своей игре создавать острые, опасные голевые моменты. И вот посему видим такую картину. Но стоит сказать, что и у Гелиоса также есть достаточно новых исполнителей, но тем не менее это харьковской команде не мешает в эти минуты доминировать. Кремень же пытается использовать контратаки. Избрали кремничужане, скорее всего, по неволе, неумышленно этот стиль в первом тайме, поскольку соперник явно завладел преимуществом. Кремень очень глубоко садится в оборону и пытается действовать на контрвыпадах. Ну, несколько таких полумоментов у Кремня были, в частности, один из которых после прострела с правого фланга Дмитрия Тарана. Ну что, здесь не удалось Константину Чернию один в один разобраться со своим соперником, не удалось его пройти. Один из которых моментов после прострела, как я уже сказал, Дмитрия Тарана с правого фланга. Ну, еще был один момент, который также возник после контратаки. Кремень перехватил мяч, и Чинбай пытался запустить в прорыв Константина Черния, но не получилось, поскольку мяч попал Косте в пятку, и момент был потерян. Давайте посмотрим за этим эпизодом. Стандарт, штрафной удар на левом фланге. Пока что не вижу, к сожалению, кто это у мяча. Будет навес штрафную. Подача. И здесь без нарушения правил выигрывает верховую борьбу игрок Кремня. Но дивидендов после этого удачного действия, к сожалению, для кремничужан не последовало. А здесь уже было то ли нарушение правил, то ли офсайд, но, скорее всего, нарушение правил со стороны игрока Кремня в этой атаке. Арбитр матча зафиксировал это нарушение, и уже голкипер Гелиоса разыграл этот мяч. Мы видим, что летняя жаркая погода в Харькове. Достаточно, если судить по этой картинке, уютный, комфортный стадиончик под названием Бавария. Ну, что еще можно сказать? Несколько непривычный, дорогие друзья, для нас с вами ракурс картинки, чуть-чуть высоковато. Но, в принципе, смотреть футбол и анализировать ситуацию, действия футболистов можно. Чем мы, собственно говоря, с вами занимаемся. Гелиос в очередной атаке. Неплохой перевод слева на правый фланг. Здесь проходит попытка пройти. Ну, одного футболиста Кремня прошел игрок Гелиоса, а уже второй вынужден был фолить. Это был Дмитрий Волошин. Для того, чтобы отобрать мяч у соперника, не удалось Дмитрию чисто забрать мяч в этом эпизоде. И будет штрафной удар. И там повреждение у игрока Гелиоса, которое требует медицинской помощи. Вот мы видим дуэт медиков харьковского клуба на всех парах спешит на помощь. Вспомнил я, говоря эту фразу, вспомнил один из любимых своих мультфильмов из детства. Чип и Дейл спешат на помощь. Вот сейчас тоже два доктора так выбегали и навеяли на меня такие воспоминания. Давайте посмотрим. Я надеюсь, что, конечно же, все в порядке будет с игроком харьковской команды. Посмотрим за этим стандартом. Навес в штрафную. И снова здесь лучше выбрали позицию игроки Гелиоса. Удалось им пробить, черкнул мяч. Не согласны игроки Кремня, что здесь будет угловой, поскольку считают они, что мяч покинул пределы поля от игрока Гелиоса. А здесь, насколько я понимаю, требуется замена тому футболисту, который получил повреждение, и уже вместо него вышел на поле. Это Дмитрий Сартина под номером 15. Это один из тех игроков, которого нам удается в этой встрече идентифицировать в составе харьковского клуба. Вот он уже таким образом вышел на поле в первом тайме. К сожалению, игрок харьковской команды, мы не знаем его фамилию, не смог продолжить встречу после столкновения с Дмитрием Волошиным, но будем надеяться, что эта травма не является серьезной, и
сможет продолжить тренировочный процесс в составе своей команды, игрок Харьковского клуба. Мы ему этого от всей души желаем. Конечно же, не хочется, чтобы кто-то получал серьезные травмы в таких товарищеских поединках, да и вообще в любых поединках. Травма для футболиста — это всегда очень, очень неприятно, и далеко не в том плане, что она сама по себе физически неприятна. Она неприятна еще и тем, что после нее игроку необходим определенное время для того, чтобы вернуть игровую форму, если травма была серьезная. Ну, еще и бывает такое, что приходится бороться снова за место в основном составе. Поэтому, конечно же, травмы в футболе — такое дело, которых, не, как говорится, не пожелаешь и врагу. Но тем временем эта встреча продолжается. Уже перевалил за экватор у нас первый тайм. Таран с мячом. Пас на правый фланг на новичка команды. Будем называть этих футболистов так. И вот навес штрафную. Такой кросс выполнил также один из новых игроков Кремня. Здесь на подборе кремничужане оказались, но не удалось пробить поворотом в этой атаке, довести ее до логического завершения. Уже свою контратаку пытались выбежать быстро игроки Гелиуса. Это у них не получилось. Здесь снова завязывается борьба в центре поля. Удар, неплохой удар. Метров с 25 выстрелил игрок харьковской команды, но там этот полет мяча контролировал Андрей Лени, хотя с этого ракурса все выглядело очень шикарно, и неизвестно, сумел бы дотянуться до этого мяча голкипер Кремня, если бы он летел в створ ворот. Ну вот, отмечаем, что не стесняются дальними ударами пытаться найти счастье у чужих ворот, распечатать ворота Андрея Леника игроки Гелиуса. Видели мы уже не раз, как они выполняли эти футбольные приемы. Вот сейчас этот удар был очень и очень близок, по крайней мере, для того, чтобы попасть в створ ворот, чтобы неприятности у Андрея Леника были еще больше. Ну а так мяч пролетел где-то в полуметре от стойки, но тем не менее было опасно. Сейчас очередной штрафной удар. Вынуждены игроки Кремня достаточно часто фолить, что свидетельствует о том, что чуть-чуть быстрее все делают игроки харьковского клуба. Штрафной на правом фланге, будет навес. Здесь выигрывает уже Процишин эту верховую борьбу. А Пришка проиграл подбор. Ну, тут его партнеры по команде, скажем так, подстраховали. Будет аут для Гелиуса на левом фланге. Смотрит, кому же вбросить игрок харьковской команды. Вот только сейчас нашел своего партнера. Мяч на левом фланге. Харьковчане комбинируют. Неплохо. Неплохая стенка. Но пройти дальше не удалось. Здесь игроки Кремня эту задумку прочитали. Был свисток, нарушение правил, будет штрафной удар для кременчугской команды. Тем временем, что здесь непонятно, перерыв, связанный с водопоем, либо же нет. Мы видим, произошла замена. Сергей Ященко выпустил на замену игрока под номером 20, которого также просил Сергей Ященко не называть, но мы-то его с вами знаем. Играл этот игрок против Луганской Зари. Это Дмитрий Хавбоша. Он заменил пятого номера, которого я не знаю. Ну, тех игроков, которых я знаю, в принципе, я могу называть. Это центральный защитник Дмитрий Хавбоша, который сейчас вышел на футбольное поле. Но пускай меня Сергей Владимирович простит, ну не знаю, ну не могу я так, если знать футболиста, почему бы его не назвать. Тем более проводит он уже вторую товарищескую встречу в составе Кремня. Это центральный защитник. Посмотрим,
останется ли он в Кременчуге или нет. Ну, снова штрафной удар, снова фолят игроки Кремня. На этот раз это был Евгений Опришко. Очередной штрафной удар для Гелиуса. Но на этот раз вряд ли будет прямой удар по воротам. Уж очень далеко располагаются футболисты Гелиуса в районе штрафной. Будет навес штрафную. Андрей Леник сказал «я». Очень опасно здесь было. Не успел к этому мячу на выходе Андрей Леник. Ошибся, будем называть вещи своими именами, на выходе в этом эпизоде Андрей Леник. Первым на мяче был игрок Гелиуса. И, к счастью, лишь Кремня этот эпизод не завершился взятием ворот кременчужан. Было очень-очень опасно. Это будем называть первый момент, который в футболе принято называть голевым у ворот Кремня. На 30-й минуте он был создан харьковчанами и едва не воплотили свое игровое преимущество игроки хозяев поля в забитый мяч. Но все для Кремня обошлось. Сейчас Андрейник сильно выбивает вперед. Ченбай здесь борется за мяч. Пытался Сергей поставить корпус. Мяч подхватывает Черник. Костя уже в штрафной. Что здесь борется? Борется за мяч. Борется с мячом. Борется с соперниками Константин Черни. И нарушает правила, я так понимаю, в этой борьбе. Прозвучал свисток арбитра. И уже очень быстро разыграли это штрафной игроки Гелиуса. Бегут они в свою очередную атаку, почувствовали где-то, быть может, некую слабинку в игре, в оборонительной игре соперника харьковчане, и наверняка будут стремиться открыть счет еще до перерыва, сделать это в первом тайме. Мы видели на наших экранах, что уже группа игроков Кремня пошла разминаться. Наверняка уже готовятся новые игроки и в составе Гелиуса на второй тайм. Пока что в нашей игре сыграно 32 минуты. Счет 0-0, не открыт, но матч проходит, по крайней мере, эти минуты при полном преимуществе хозяев поля харьковского Гелиуса. Создали они уже очень острый, очень опасный один голевой момент, но кроме него было также несколько потенциально опасных атак. Одним словом, оборона Кремня и Андрей Леник находятся постоянно в напряжении, постоянно они должны быть очень внимательны, очень бдительны, в то время как голкипер Гелиуса, откровенно говоря, в этом первом тайме скучает. Сейчас здесь повреждение получает игрок харьковского Гелиуса в столкновении против одного из новых игроков Кремня. Требуется медицинская помощь. Один игрок харьковчан уже покинул поле досрочно в первом тайме. Получил повреждение он в борьбе с Дмитрием Волошиным. Но здесь, как мы видим, все заканчивается благополучно. Игрок Гелиуса поднялся на ноги. Не дождался он даже того момента, пока к нему на помощь придут доктора его команды. Но вот сейчас арбитр все-таки, как это положено, как того требует правила, попросил игрока Гелиуса покинуть пределы поля, чтобы ему там была оказана медицинская помощь. Если она ему не нужна, то все равно продолжить игру он может только лишь с позволения арбитра вернуться на поле, после того как на поле оказались работники медицинской службы команды. Вот уже вернулся на поле этот игрок Гелиуса. Все нормально, все обошлось. Кременчужане, как это и подобает по правилам фейерплей, вернули мяч сопернику, и уже Гелиус начинает свою очередную атаку. Пытаются здесь кременчужане прессинговать на чужой половине поля, но это ни к чему ровным счетом не приводит.
очень легко проходят центр поля. Харьковчане сейчас, на мой взгляд, была игра рукой, поскользнулся игрок Гелиуса в этом эпизоде. Мяч попал ему в руку, но арбитр этот эпизод оставил без внимания. Ну, быть может, посчитал, что неумышленно мяч попал в руку, либо же это мне просто показалось, и контакта мяча с рукой игрока Гелиуса не было и вовсе. Тем временем харьковчане продолжают свою атаку. Достаточно, на мой взгляд, симпатично выглядит Гелиус в первом тайме. Команда много комбинирует, много держит мяч, много коротких, главное, точных передач. Одним словом, понаблюдать за игрой этой команды очень приятно. Сейчас классный разрезной пас на правый фланг, мяч уже в штрафной, попытка прострелить вдоль ворот, и здесь блокируют этот прострел защитники Кремля. Вот подтверждение моих слов. Долго держали мяч игроки Гелиуса, разыгрывали, как говорится, доверного эту атаку, нашли брешь в обороне соперника, разрезали вот такой вот передачей оборонные ряды Кремля, вошел игрок Гелиуса в штрафную, другое дело, что там уже не удалось закончить эту атаку ударом по воротам, но все было сделано грамотно, по-футбольному красиво. Довели эту атаку до логического завершения игроки Гелиуса. Таких моментов, таких эпизодов у Кремля в первом тайме мы пока что с вами не видим. Но, быть может, в будущем кремльчужане еще покажут также, что и они умеют очень здорово атаковать. Если вспоминать последние два матча против Полтавы, против молодежного состава Луганской Зари, то там кремльчужане в атаке показали достаточно неплохой футбол, чего мы не видели в первой игре в Ахтырке, где в своем первом товарищеском матче Кремень уступил нефтянику Укрнефть по всем статьям. Я напомню, это был первый поединок. Опять-таки много новых игроков. Команда только начинала летние сборы. Сейчас опасно здесь сыграл игрок Гелиуса, и получает он предупреждение. Несмотря на то, что товарищеский матч, но тем не менее так играть нельзя. Быть может, это был тот футболист, которого несколько минут ранее повредили, скажем так, игроки Кремля, и он таким образом решил отомстить своим обидчикам, за что тут же получил предупреждение арбитра этой встречи, которого, к сожалению, мы также не знаем, не удалось выяснить, кто проводит этот поединок. Вот сейчас и кто это был, Константин Черни, если я не ошибаюсь, также получит желтую карточку. Мы видели, что Костя умышленно в этом эпизоде пытался сыграть в игрока, а не в мяч. Ну, справедливые две желтые карточки для игрока Гелиуса и для игрока Кремля. Не хотелось бы, чтобы во что-то большее переросла эта ситуация, чтобы страсти не накалялись, не было никаких травм, ни красных карточек. Товарищеский матч, конечно же, есть дух борьбы, дух соперничества, но все это должно быть в разумных рамках. Естественно, не стоит забывать, что впереди официальный сезон, официальные поединки. Травмы никому не нужны, тем более, когда они вот наносятся таким вот способом умышленно. Снова Гелиус у нас с мячом. Через своего голкипера играют защитники харьковской команды. Подходит к завершению первый тайм. Счет 0-0, я напомню, дорогие друзья. По игре в этом первом тайме Гелиус, естественно, смотрелся предпочтительней. Я думаю, вы не дадите мне соврать, кто смотрит вместе со мной этот поединок. Очередная атака Гелиуса. Здесь браво, Андрей Олейник прочитал задумку соперника. Вовремя сделал шаг вперед, перехватил этот мяч и будет выполнять удар, ну, не от ворот, а просто вводить мяч таким образом в игру Андрей Олейник. И уже снова он переходит очень быстро к игрокам Гелиуса. Также стоит отметить и тот факт, что кремльчужане, когда им удается завладеть мячом,
достаточно быстро теряют его и отдают его сопернику. Очень и очень мало, на пальцах одной руки можно пересчитать те комбинации от кремня, которые в первом тайме получались у них впереди, и удавалось дойти до ворот соперника и завершить свою атаку более-менее какими-то осмысленными действиями у кременчужан. Посмотрим, быть может, во втором тайме ситуация на поле изменится. Пока что первый тайм абсолютно за Гелиосом, за хозяевами поля. Они переигрывают по игре кремень, но по счету пока что в нашей встрече ничья. 0-0. Были моменты у харьковчан. Один момент был очень и очень опасный, когда на выходе ошибся Андрей Олейник. Ну, еще несколько эпизодов удалось ликвидировать в этих эпизодах угрозу защитникам кремня. Точно так же, как удалось, собственно говоря, ликвидировать угрозу и после ошибки своего вратаря. Подстраховали защитники Андрея Олейника. И поэтому счет в этой игре не меняется. Сейчас Константин Черний зарабатывает, пожалуй, первый штрафной удар в этой встрече из такой, на мой взгляд, благоприятной позиции, из которой можно нанести прямой удар, можно выполнить опасный навес в штрафную у мяча Сергей Чинбай. Это его позиция, его точка. Отсюда левой ногой Сергей может как пробить, так выполнить навес. Давайте посмотрим, какой вариант из этих двух выберет полузащитник кремня. Сергей выбирает навес, но, увы, никто из его партнеров по команде на этот навес откликнуться не смог. Но, быть может, и передача у Сергея получилась для того, чтобы ее замкнуть, сильная. Ну и эпизод закончился только лишь ударом от ворот. Сейчас видели, что неправильно ввели мяч в игру игроки Гелиоса. Не покинул мяч пределы штрафной площадки после удара от ворот. И поэтому рефери назначил повторный ввод мяча от ворот харьковской команды. На этот раз голкипер Гелиоса уже сильно бьет мяч в центр поля. И здесь снова борьба за харьковчанами. Очередное нарушение правил. Под конец первого тайма много мы видим нарушений. Фолят как игроки как одной, так и другой команды. Больше это делают кременчужане. Уже по одному горчичнику есть в пассиве каждой команды. Черний получил желтую карточку у кремня. И еще один из игроков Гелиоса также имеет в своем пассиве желтую карточку. Его фамилию сказать я вам, к сожалению, не могу. Потеря мяча сейчас на правом фланге. Гелиос пытался таким длинным переводом сместить акцент своей атаки на правый фланг. Не получилось. Волошин. Традиционная для него процедура вбрасывания мяча из-за боковой. Смотрит Дмитрий, кому отдать. Бросает по своей бровке. Здесь Чинбай борьбу выиграл, но пройти больше, чем одного соперника ему в этом эпизоде не удалось. Второй игрок Гелиоса его удачно подстраховал. Еще и мяч покинул пределы поля от Сергея Чинбая. Гелиос переходит в свою очередную атаку. Свисток, что там лежит на газоне игрок Гелиоса. Поэтому арбитр вынужден был остановить эту встречу. Он видит, что игрок не может подняться. И для того, чтобы избежать там серьезной травмы, может быть, нужна была медицинская помощь. Конечно же, все правильно сделал в этом эпизоде арбитр. Атака Гелиоса находилась в стадии с самого начала. В принципе, грамотно здесь разобрался в ситуации рефери, остановил игру. Никто не имел никаких претензий. Подбежал к игроку Гелиоса, убедился, что с ним все в порядке. И продолжил этот матч спорным мячом. Кремень, конечно же, за него не боролся. Оставил его хозяевам поля. И уже свою атаку очередную проводят харьковчане. На этот раз уже левым флангом они пытаются пройти. Удается здесь троих игроков кремня пройти одному игроку Гелиоса. Но затем вынуждены сыграть харьковчане назад.
мяч на левом фланге. Не удается Кремичу Жанам отобрать мяч у соперника. Опять-таки, повторюсь, неплохо комбинируют харьковчане. Вот сейчас, только лишь сейчас удалось Сергею Чинбаю, если я не ошибаюсь, отобрать мяч. Но его попытка убежать быструю контратаку была прервана игроком Гелиуса. Тактический фол схватил за руку Сергея Чинбая, игрок соперника. Но на этот раз арбитр обошелся без предупреждения, хотя, будь это официальная встреча, уверен, что была бы здесь в этом эпизоде желтая карточка за подобное нарушение. Ну а так рефери пока что раздает горчичники только лишь за умышленную грубую игру. Заканчивается первый тайм, счет 0-0. Гелиус снова в атаке. На этот раз не удается даже перейти половину поля соперника харьковским игрокам. Попытка сделать это в очередной раз правым флангом. Здесь перехватывают мяч игроки Кремня. Но очень быстро, я уже говорил это неоднократно, очень быстро теряют кременчужане мяч в этой встрече, в этом первом тайме, когда он оказывается у них. Не удается зацепиться за мяч, сделать 3-4 касания. Смотрит на секундомер арбитр матча. Сейчас, скорее всего, уже очень скоро прозвучит свисток об окончании первого тайма. Но посмотрим. Нет, не получается Гелиусу провести эту атаку через правый фланг. Снова будет вбрасывание за боковой. Снова это сделает Дмитрий Волошин на своем левом фланге. И снова Дима бросает туда по своей бровке. На этот раз на Константина Черния. Костя неудачно принял этот мяч на грудь. Но он остался у его партнеров по команде. И Волошин сильно бьет вперед на половину поля соперника. Но здесь только лишь защитники Гелиуса выигрывают этот мяч. И тем временем звучит свисток об окончании первого тайма. Перерыв. Дорогие друзья, ну что ж, мы возвращаемся в Харьков на стадион «Бавария», где начался несколько секунд назад второй тайм между командами «Гелиус» и «Кремень». Я напомню, это товарищеский поединок, который проходит 13 июля в городе Харьков, как я уже сказал, стадион «Бавария». Хозяева поля, футбольный клуб «Гелиус», коллектив первой лиги в желтой форме, принимает коллектив второй лиги, футбольный клуб «Кремень», который играет в синей форме. Счет после первого тайма, я напомню, 0-0. Активнее первые 45 минут провели хозяева этой встречи. «Гелиус» атаковал достаточно много, достаточно разнообразно, создал несколько опасных голевых моментов, один из которых был таким, что едва-едва мяч не оказался в сетке ворот Андрея Леника. Но все для кременчужан в первом тайме обошлось. Они, в свою очередь, не смогли ответить сопернику тем количеством голевых и острых моментов, которые создал «Гелиус» у ворот Андрея Леника. Будем смотреть за таймом вторым. Быть может, во втором тайме подопечным Сергея Ященко удастся создать что-либо у ворот соперника. Ну и самое главное, удастся забить мяч ворота Гелиуса. Будем смотреть. Давайте сейчас попробуем сориентироваться, кто начал в Кремне этот второй тайм. Есть игроки на просмотре. В первом тайме их было сразу четверо, которые находятся у Кремня на просмотре, которых мы с вами не называли по просьбе главного тренера Кремня Сергея Ященко. Во втором тайме есть также такие игроки, их трое. Но остальных можем называть. В воротах остался Андрей Олейник, Роман Посечниченко, Валерий Курылех, Егор Коваленко, Александр Логинов, Андрей Воронкин, Игорь Тимченко
и Егор Иванов. Вот такой состав у кременчужан вышел на второй тайм. Мы видим, что пытается Сергей Ященко экспериментировать. Если в игре с Полтавой во втором тайме и с первых минут в игре против Луганской Зари мы видели дуэт форвардов, привычный дуэт форвардов Черни-Иванов в атаке у Кремня, то в этом матче Константин Черни играл в первом тайме в паре с одним из новых игроков Кремня, или же был в одиночестве. Ну, если смотреть на состав, то пары у Черния в первом тайме фактически не было впереди. Во втором тайме пробует Сергей Ященко пару форвардов: Егор Иванов и Игорь Тимченко. Игорь, в принципе, достаточно успешно действовал в предыдущих товарищеских матчах. В Полтаве даже забил мяч. Ну, давайте посмотрим, что же нам покажет, что же продемонстрирует во втором тайме этот состав Кремня. Мы видим, что по первым минутам продолжают доминировать игроки харьковской команды. Пока что по этим первым минутам второго тайма картинка в нашей встрече не меняется. Гелиос очень много находится с мячом. Оккупировал он половину поля кременчужан, если можно так сказать. Очередная атака правым флангом, но здесь удачно сыграл Егор Коваленко, если не ошибаюсь. Начинается атака Кремня левым флангом. Там впереди открывается Егор Иванов. Пока что его не видит Игорь Тимченко, по-моему, это был. Подхватывает Коваленко мяч. Ну вот, Кремня мяч во втором тайме задержался на продолжительное время. Пытаются кременчужане провести конструктивную атаку. Подержали они мяч. Но, в принципе, на правом фланге эта атака команды Сергея Ященко и захлебнулась. Ну, давайте еще скажем о том, что стартует Кремень в официальном сезоне. Очень много уже об этом было сказано, но повториться не помешает. 22 июля, стадион Кремень, второй предварительный этап Кубка Украины. Кремень будет принимать Черкасский Днепр. Команда, которая минувшая в сезоне с кременчужанами выступала во второй лиге и вышла успешно в компании с Киевской Оболонь-Бровар в первую лигу. Теперь это уже коллектив первой лиги, Черкасский Днепр. Вот так жребий на этой стадии свел эти команды. Поэтому игра будет очень и очень интересной. Наверняка кременчужане захотят показать, что они остались во второй лиге, ну, случайно, если можно так выразиться. Хотя, как известно, есть такая поговорка, что случайности не случайны. Но тем временем продолжается этот матч. Кременчужане пытаются атаковать правым флангом. Будет аут, заработали они аут на правом фланге. Давайте посмотрим, как разыграют эту комбинацию игроки Кремня. Пока что не удается зацепиться за мяч, выполнить навес в штрафную площадку. Вторая попытка ввода мяча из-за боковой. Это Роман Посечниченко, если я не ошибаюсь, правый защитник Кремня, один из старожилов команды, один из самых возрастных игроков клуба. Вот что здесь. Будет ли прострел, игра в стенку, и удалось избежать положения вне игры, удар поворотом. Нет, не удалось избежать все-таки положения вне игры. Мне сразу стало это очевидным после розыгрыша этой стенки. То, что игрок Кремня, который получал ответный пас, находился в офсайде, поскольку был он практически на лицевой линии. Ну, естественно, это не мог не заметить ассистент главного арбитра, который и зафиксировал, собственно говоря, этот офсайд у атакующего игрока Кремня. Гелиус в своей атаке не удается найти партнера по команде там в глубине штрафной площадки. И атака на этом харьковчан завершена. Ну а в первом туре во второй лиге Кремень сыграет
уже спустя 4 дня после кубкового поединка, 26 июля. Также кременчужане будут проводить этот матч дома в Кременчуге. В этот день в первом туре Кремень будет принимать команду «Энергия» из Новой Каховки. Вот такое вот начало сезона для Кремня. В принципе, достаточно благоприятный график. Домашняя кубковая игра с хорошей командой, с хорошим соперником, с отличным раздражителем, пройти которого будет очень и очень приятно. Ну и затем следующая игра 26 июля в первом туре с командой, в которой дома, ну будем говорить откровенно, нужно брать 3 очка. В принципе, после неплохой разминки, после первой официальной встречи, затем старт уже во второй лиге, где нужно брать 3 очка, нужно все-таки выполнять задачу. Я напомню, в этом сезоне вторая лига расширилась сразу до 14 команд. Что здесь? Мяч оказывается в сетке ворот. Виталий Субачев открывает счет в этом поединке. Прошла комбинация, прошла атака у харьковчан правым флангом. Потеряли в штрафной на левом фланге защитники Кремня Виталия Субачева. И таким вот образом получился удар у игрока Гелиуса, и от штанги мяч залетел в сетку ворот Андрея Леника. Счет в игре открыт, 1-0, впереди харьковский Гелиус. Неприятную процедуру придется проводить кременчужанам центра поля. Разыграли мяч Тимченко и Иванов. Посмотрим, чем смогут ответить кременчужане в этой игре, в этом втором тайме. Открывают счет харьковские футболисты. В принципе, закономерным где-то является эта ситуация и этот счет, поскольку уже давно, стоит признать, харьковчане наиграли на этот забитый мяч. И вот только на 53-й минуте удается харьковским игрокам открыть счет в этом матче. Сейчас угловой на левом фланге заработали игроки Гелиуса. Посмотрим за этим стандартом. Мы видим, что Андрей Олейник проводит весь матч. По крайней мере, первый тайм он отыграл и вышел на второй. Здесь опасная игра против того же Андрея Олейника. Если предыдущая встреча против молодежного состава Луганской Зари Андрей Олейник и Виталий Онопко отыграли по тайму, то сейчас возвращается к этой практике Сергей Ященко. Целую игру, я так думаю, что весь матч отыграет Андрей Олейник. А уже следующий поединок, который Кремень проведет 16 июля в Кривом Роге против местного Горняка, команда также первой лиги, я так полагаю, что там всю игру сыграет уже Виталий Онопко. Левым флангом атакует Кремень. Не получается, ровно как и в первом тайме, не получается кременчужанам дойти до ворот соперника, завершить атаку хотя бы акцентированным ударом по воротам. Быть может, в этой ситуации удастся. Пасечниченко на правом фланге. Пас в штрафную, но здесь Тимченко принять этот мяч было очень и очень сложно. Ему это сделать не удалось, и уже Гелиус переходит свою атаку правым флангом. Но здесь Логинов грамотно оценил ситуацию, видел, что игрок соперника мяч отпустил, поставил корпус и забрал спокойно этот мяч Александр Логинов. Кремень с мячом, Валерий Курылех не спешит начинать атаку своей команды. Валерий вот сейчас делает диагональный пас туда, вперед, на своих игроков. Этот пас был перехвачен, и едва здесь Гелиус не организовал достаточно опасный контрвыпад после этой, ну, я бы не назвал это обрезкой, но после того, как была проиграна борьба впереди игроками Кремня, вот так получилось у харьковчан быстро выдвинуться вперед.
но последний завершающий пас штрафную площадку не прошел. И сейчас что здесь? А вот на левом фланге Гелиус начинает, вводит мяч в игру, пытался начать атаку, не получилось. Кремень перехватил этот мяч. Перевод на левый фланг неплохо. Было бы еще лучше, если бы кто-то из игроков Кремня был здесь на левом фланге и поддержал эту атаку. Вот так получилась передача, як то кажуть, на вманя. Никто из крайних полузащитников или же форвардов не оказался в этой ситуации, в той зоне, куда был направлен мяч после этой передачи. И таким образом он стал легкой добычей соперника, перешел к игрокам Гелиус, одним словом, которые сейчас будут проводить свою очередную атаку левым флангом. Быстро разыграли мяч из аута. Хорошо здесь разыграли стенку, навес. Но здесь первым на мяче оказывается, не могу сказать, кто это был. Скорее всего, один из новых игроков, который находится на просмотре. Здорово сыграл в этом эпизоде защитник Кремня. Выбил мяч не просто на угловой, выбил мяч в аут после опасного прострела соперника с левого фланга. Но сейчас Гелиус заработал очередной. Право на очередной угловой, снова с левого фланга. Большими силами подтягиваются игроки харьковской команды в штрафную Кремня, но много там и футболистов Кремня. На этот раз решили разыграть харьковчане. Навес. Снова второй этаж за игроками Кремня. Вдобавок ко всему еще и нарушение правил в этом эпизоде зафиксировал рефери поединка. Будет штрафной удар, который выполнит Андрей Олейник. В первом тайме допустил, на наш взгляд, Андрей достаточно серьезную ошибку при выходе из ворот во время одного из стандартов. И едва мяч затем не оказался в сетке, но там его подстраховали защитники. В целом, кроме этого эпизода, первый тайм Андрей отыграл здорово на своем высоком уровне. Что касается пропущенного мяча, который Кремень пропустил в начале второго тайма, тяжело винить, конечно же, Олейника в этом эпизоде. Что называется, попал без вариантов в дальний угол игрок Гелиуса Виталий Субачев. От штанги мяч залетел в сетку ворот Андрея Олейника. Ну, опять-таки, повторюсь, тяжело сказать, судить сумел бы Андрей достать этот мяч, но мы видели, что он даже на него и не среагировал. Быть может, считал, что мяч летит мимо ворот. Ну, двоякая ситуация. Была ли ошибка вратаря, либо нет. Я думаю, это тренерский штаб Кремня уже разберет этот эпизод. Игорь Андреев, конечно же, его обсудит со своими подопечными, скажем так. Игорь Андреев – это тренер по вратарям, я напомню, для тех, кто не знает Кремня. Поэтому наверняка с Виталием Анопко, Андреем Олейником они эпизод с этим пропущенным мячом разберут. Но здесь ставит корпус. В этом эпизоде игрок Кремня, мяч уходит в аут от харьковских футболистов. Будет аут для кремень-чужан, сильно бросает вперед крайний защитник Кремня в этой ситуации, но Гелиусу удалось перехватить мяч. Здесь головой пытался вернуть на Андрея Леника кто-то из игроков Кремня и сделал это неудачно. Андрей до мяча не дотянулся. И будет угловой для харьковской команды. На этот раз на правом фланге. Предыдущие корнеры с левого фланга успеха Гелиусу не принесли, но и мы видим, эту подачу также выигрывают достаточно легко игроки Кремня и легко ликвидируют угрозу у своих ворот после этого розыгрыша углового. Аут на левом фланге для игроков Гелиуса. Вот мы видим, если взять первый тайм,
и то доминирование преимущества харьковчан, то во втором тайме это преимущество уже не заканчивается, если можно так сказать, таким количеством и такими опасными моментами, как это было в первом тайме. Ну да, конечно же, был забит уже один мяч в ворота соперника, но в целом, кроме этого мяча, пропущенного к этой минуте, харьковчане больше опасных моментов у ворот Андрея Леника не создали. Ну, в принципе, может, для них этого и достаточно. Счет поединки открыт, 1-0 они впереди, контролируют ситуацию. Это товарищеский матч, зачем бежать вперед, сломя голову, забивать второй мяч. Поэтому вот так мы видим, спокойно контролируют мяч харьковские игроки. Зачастую делают они это на половине поля Кремня. Кремень обороняется как в первом, так и во втором тайме, обороняется большими силами, вынужден играть на контратаках. Неплохо сейчас убрал на замахе соперника игрок Гелиуса, но затем дальше пройти ему не удалось, выйти на ударную позицию. Хотел он, чтобы рефери, конечно же, назначил штрафной удар в этом эпизоде, по его мнению, против него были нарушены правила, но свисток арбитра промолчал. Вот мы видим, что назад возвращается в игру Сергей Чинбай. По всей видимости, отыграв первый тайм, ну, естественно, второй тайм он не вышел. Вот сейчас обратная замена. Кого он меняет, сложно сказать, кто это был. Ну, я так полагаю, это Андрей Воронкин, если не ошибаюсь. Но это может означать лишь одно, что тяжело будет Андрею Воронкину зацепиться в Кремль, поскольку он вышел на второй тайм, отыграл в этом втором тайме, ну сколько он отыграл, 15, максимум 20 минут, и заменил его Сергей Ященко, выпустил Сергея Чинбая, которому в принципе положен был отдых во втором тайме, но вышел снова на второй тайм Сергей Чинбай, сейчас желтая карточка, это всегда сулит игрокам, которых меняют после непродолжительного времени, проведенного на поле, всегда сулит игрокам неприятности в виде того, что если он находится на просмотре, то могут его отправить и домой. Штрафной удар сейчас заработал Сергей Чинбай, если не ошибаюсь, у мяча Коваленко и Логинов. Мы видели, что Логинов пробивал неоднократно в подобных ситуациях со штрафных поворотом с дальних дистанций, но сейчас вряд ли. Хотя нет, сбросил под удар Коваленко Логинова, но Александр пробил в игрока Гелиуса, который выскочил на этот удар, заблокировал удар нашего защитника, и не удалось кремичужанам нанести первый удар в створ ворот своего соперника, и уже тем временем Гелиус переходит свою атаку, комбинируют игроки харьковской команды на левом фланге, играют через зад, здорово здесь сыграли в стенку, сохраняют они мяч, не удается Кремню отобрать мяч у своего соперника, как я уже замечал в первом тайме, держат мяч достаточно хорошо игроки Гелиуса, но одним словом, выглядят в этой игре они предпочтительнее. Сейчас только лишь подкат Коваленко спасает Кремень от неприятности, но команда Гелиуса продолжается. Уже они в штрафной площадке комбинируют, очень много позволяют игроки Кремня вольностей игрокам соперника. Не зря же говорят, что каждая команда играет так, как ей позволяет соперник. Так вот, на мой взгляд, это именно один из тех случаев, когда игроки Кремня очень и очень много позволяют своему сопернику. Сейчас мы видим, уже пошла, наверное, вторая минута, как мяч был под контролем у игроков Гелиуса. Только сейчас удалось забрать мяч игрокам Кремня. Посмотрим, чем они смогут ответить. Смогут ли они перейти на половину поля соперника так же, как это делает Гелиус, подержать мяч, сделать хотя бы 3-4 передачи на половине поля соперника. Не получается это сделать. У Кремня очередной переход на половину поля
харьковчан заканчивается банальной потерей. Ну и вот сейчас неточная передача, и мяч снова нужно будет отбирать. Если говорить о харьковском Гелиосе, то я уже об этом рассказывал в первом тайме. Повторюсь еще для тех болельщиков, которые, может, смотрят этот матч со второго тайма. Харьковчане в летнем сезоне сыграют лишь 3 контрольных поединка, в отличие от Кремня, который сыграет их 5. Это уже 4-й матч для команды Сергея Ященко. Гелиос проводит 3-й поединок. Опасно сейчас было, и едва мяч не оказался в сетке ворот Андрея Леника, и только лишь подстраховка опытнейшего Романа Пасечниченко сейчас спасает Кремень от второго забитого мяча. Очередной провал в центре обороны Кремня. Вышел 1-1 игрок Гелиоса и направлял мяч уже мимо Андрея Олейника, но... К счастью, там оказался Роман Пасечниченко, и вот сейчас едва мяч снова. Второй эпизод, после которого также мяч мог оказаться в сетке ворот кременчужан. И снова все заканчивается для Кремня благополучно. Фортуна в этих эпизодах явно на стороне игроков в синей форме. Так вот, Гелиос на протяжении 2 недель сыграет 3 товарищеских встречи. Первую игру команда из Харькова играла 4 июля против молодежного состава Днепропетровского Днепра со счетом 1-0. Харьковчане победили. Сегодня играют третий сыграют 17 июля против команды «Авангард» из Краматорска. Ну а Кремень, как я уже говорил, завершит 5-матчевую серию товарищеских встреч 16 июля в Кривом Роге против команды «Горняк». Ну а в этом поединке уже сыграно 3 четверти, если можно так сказать, середина второго тайма. 1-0 впереди Гелиос. Этот матч чем-то напоминает первый товарищеский поединок в этом летнем межсезоне, который Кремень играл в Ахтырке. Тогда Кремень проиграл со счетом 3-0. За эти 90 минут у ворот соперника практически ни одного голевого момента Кремень не создал. Вот сейчас тоже где-то подобная ситуация, когда соперник больше владеет мячом, доминирует. Пока что ничего не могут создать. Навес. И вот очередной неудачный навес от Сергея Чинбая. Штрафной перспективный был стандарт. Но навес не лучшим образом выполнил в этой ситуации полузащитник Кремня. Так вот, вспоминается мне тот поединок, в котором ровным счетом ничего не смогли противопоставить сопернику кременчужане. Этот поединок вот что-то где-то наподобие того. Если в матчах против ФК Полтавы и Дубля Луганской Зари Кремень выглядел достаточно прилично, очень много комбинировал, выиграл эти 2 поединка, выиграл заслуженно, не случайно, то вот сегодня в этом матче мы видим картину, опять-таки повторюсь, той игры в Ахтырке, когда соперник полностью преобладает над Кремнем. Но опять-таки, может, это связано с нагрузками, с двухразовыми тренировками, с новыми игроками. В принципе, как говорится, цыплят по осени считают, поэтому и мы будем уже делать какие-то выводы о том, как команда подготовилась летом к новому сезону. Ну, по крайней мере, хотя бы давайте сейчас посмотрим опасный мяч, штрафной удар, гол, 2-0. Павел Пахитайло делает счет 2-0 в этой встрече. И вот сейчас видим, как защитники Кремня разводят руками, показывают друг на друга, мол, ты же должен был отвечать за эту зону. Тот ему наверняка говорит, да нет, я там держал того игрока. Но одним словом, это все называется, не разобрались в этой ситуации, упустили игрока Гелиоса и дали беспрепятственно пробить
с очень близкой дистанции. Здесь шансов у Андрея Леника спасти свою команду не было никакого. Все здесь грамотно сделал Павел Пахитайло. Зряче пробил щекой на исполнение в ближний угол. То есть, ну, что сказать. Провал. Провал в обороне завершается взятием ворот. Этот провал. И если я уже заговорил о игре в Ахтырке, которую Креми проиграл 3-0, то вот сейчас помимо развития сюжета, помимо того, что доминирует хозяева поля, доминирует соперник над Кремием, помимо этого еще и стала ситуация близкая и по счету к тому матчу. Если удастся забить Гелиосу третий мяч, то в принципе можно будет говорить о том, что где-то две одинаковые встречи-близнецы сыграл Кремень в Ахтырке и в Харькове. Если я опять-таки повторюсь, этот матч завершится победой Гелиоса со счетом 3-0. На данный момент харьковчане выигрывают 2-0 в этом поединке. И не видно пока что, за счет чего Кремень сможет отыграть хотя бы один мяч, не говоря уже о том, чтобы спасти положение в этой встрече. Ну, быть может, перед игроками Кремня такая задача и не стоит. Всем известно, что в товарищеских матчах каждый тренер пытается и хочет увидеть, наиграть определенные схемы, посмотреть игроков. Все мы прекрасно знаем и понимаем, что результат этих матчей является для наставников команд вторичным. Удар, рикошет, дали пробить здесь снова поворотом Андрея Леника. Был достаточно опасный удар, рикошет, после которого мяч вполне мог в третий раз оказаться в сетке ворот Андрея Леника. Но все заканчивается лишь только угловым. Ну, хотя угловой — это тоже опасно. Разошлись хозяева поля, активизировались после второго забитого мяча, прижали Кремень к его воротам. Будет ли розыгрыш? Нет. Не стали разыгрывать этот мяч. Навес. Логинов выбивает его за пределы штрафной. Но атака Гелиоса продолжается. Не выпускают даже с половины поля кременчужан соперники. Держат мяч. Перевод на правый фланг. Остается мяч у Гелиоса, но не на продолжительное время. Коваленко рвется левым флангом к воротам соперника, но здесь в центре поля он был остановлен грамотным, своевременным, что самое главное, подкатом в исполнении футболиста Гелиоса. Атака на этом прервалась. Чинбай, что сделает Сергей, пошел сразу на троих соперников, и не удалось ему их пройти, мяч потерян. И очень спокойно мы видим, разыгрывает этот мяч игроки Гелиоса. Логинов вмешался в этот розыгрыш. Перехватил мяч. Что сейчас? Получится ли сейчас сделать что-то похожее на атаку у игроков Кремня? Не получается, только лишь аут. Но этот аут очень далеко от ворот, и вряд ли что-то возникнет опасное после этого аута для соперников кременчужа. Но тем не менее мяч у Кремня. Посечниченко ввел его в игру и продолжает Роман владеть мячом, подключился к атаке и заработал потенциально опасный штрафной для своей команды Роман Посечниченко. Сейчас очередная замена. Мы видим, уходит новичок Кремня с поля, выйдет вместо него, скорее всего, также какой-то новый исполнитель, игрок, который находится на просмотре. Ну а сейчас Кремень готовится выполнить этот стандарт. Давайте посмотрим, как его разыграют кременчужане. Это может быть очень опасная ситуация. Ситуация для того, чтобы нанести завершающий удар по воротам соперника, достаточно хорошая. Ну что, будет подача?
навес. Ух ты, неплохо здесь выиграл борьбу. Скорее всего, это был Игорь Тымченко. Пробивал поворотом. И это был, дорогие друзья, первый вот за столь продолжительное время матча, первый опасный момент у ворот Гелиоса, когда Игорь Тымченко нанес головой акцентированный удар. Но там блестяще среагировал в этом эпизоде голкипер Гелиоса. Ну, вот так вот есть первая ласточка, будем называть это так, этот момент опасный ворот Гелиоса. Быть может, дальше последуют уже и забитые мячи. Ворота соперника удалось Кремню, пускай не с игры, со стандарта, создать опасность у ворот своего соперника. Будем смотреть дальше. Может, увидим голы в исполнении кремничужан. Сейчас видим, происходит очередная замена, но в составе какой команды разобрать тяжело. Не дают нам картинку, кто покидает поле, кто выходит. Ну вот, да, сейчас мы увидели, что замена произошла в составе харьковского клуба. Встреча сейчас продолжится аутом для Кремня. Это Роман Посечниченко будет вводить мяч в игру на правом фланге. Бросил на Егора Коваленко, который, видим, переместился на правый фланг. Начинал второй тайм Егор слева в полузащите. Сейчас перешел на правый фланг. Быть может, это связано с тем, что кто-то из новичков Кремния играет слева. Или же там играет Сергей Чинбай, который вышел, снова вернулся в игру во втором тайме и занял место слева в полузащите на своей привычной позиции. Сергей Чинбай. Кремень пытается выйти из обороны в атаку. Мяч в центре поля. Это Владислав Дальниленко, если я не ошибаюсь. Он, это молодой воспитанник футбольной школы Кремень. Играл он в матче против Луганской Зари. Сейчас мы видим, во втором тайме он также вышел на замену. Пробует Сергей Ященко, молодых воспитанников Кремня. Также против Зари играл и Назар Дядык, это воспитанник тоже Анатолия Безуса, команды Кремень 98. Сейчас в этой игре я его на поле пока что не вижу, но не исключено, что он, может, и в Харьков с Кремнем вовсе не поехал. Ну а Владислав Даниленко, опорный полузащитник, сейчас мы его видим на поле под 18-м номером. Или под 8-м номером. Взял у Константина Черенья футболку на второй тайм Владислав. Светлый, светловолосый игрок. В принципе, его опознать очень, очень легко. Тем временем угловой будет на правом фланге подавать Гелиос. Навес, мяч штрафной, выбивают игроки Кремня этот мяч. И он уже на половине поля харьковчан. Будут начинать игроки Гелиоса со своей половины поля очередную атаку. Мяч на левом фланге. Навес в штрафную, но здесь никого из игроков Гелиоса нет, только лишь Андрей Олейник неудачно выполнил подачу в штрафную игрок Гелиоса. Очень легко забрал мяч там Андрей Олейник. Чинбай на левом фланге по бровке запускает вперед Егора Иванова. Но Егор оказался в положении вне игры. В принципе, позицию выбрал Егор удачно. Опередил своего соперника. Но, быть может, он его опередил только лишь из-за того, что оказался в положении вне игры. Имел преимущество перед соперником. Из-за этого он был первым на мяче. Но ассистент арбитра зафиксировал этот офсайд. И не удалось Егору завершить эту атаку. Сейчас перехват. Давайте посмотрим. Иванов с мячом. Надо что-то выдумать. Пробивает Егор. Неплохое решение, в принципе, в этом эпизоде. Убрал мяч под правую ногу. Пытался пробить в дальнюю девятку Егор Иванов. Но точность его в этом эпизоде подвела. Можно было попытаться обыграть один в один игрока соперника. Дело все это происходило на
линии штрафной площадки до ворот 16 метров, раскачать финтами и бить уже из более выгодной позиции, но решил Егор сыграть в этом эпизоде именно таким образом. В принципе, попади в ворота, я думаю, вряд ли там голкипер Гелиуса смог бы выручить свою команду, но Егор не попал, поэтому счет в нашей игре не изменился. 2-0 в пользу Гелиуса, но уже второй момент во втором тайме удалось создать кремнию ворот соперника. В первом тайме, я напомню, что таких моментов кремничужане не создавали. Навес. Тоже в третий мяч летает в сетку ворот Андрея Леника. Словно гвоздь вколачивает. Ну, неприятное, конечно, такое сравнение, так говорят, в крышку гроба. Как гвоздь вколотил Сергей Кравченко в этом эпизоде ударом головой. Есть определенные вопросы к игрокам обороны на левом фланге. Почему так легко и свободно дали прострелить со своего фланга игроку соперника. Ну и, конечно же, вопросы самые главные, самые большие к игрокам центральной зоны обороны кремня. Практически с пределов вратарской пробивал в этой ситуации игрок Гелиуса Сергей Кравченко. Метров с 5 в упор расстреливал он Андрея Леника. Конечно же, здесь уже Андрей был бессилен в этой ситуации. Таким образом, счет становится в этой игре 3-0. И уже ситуация приближается к той ситуации, о которой я уже говорил, сравнивая эти матчи с игрой в Ахтырке против команды «Нефтяник» «Укрнефть», когда Кремень уступил также на выезде своему сопернику со счетом 3-0. Вот сейчас счет в этой игре 3-0. Практически полный повтор игры в Ахтырке. Ну, главное, чтобы не было повторов у нас в игре Кремня 22 и 26 июля. Это как минимум в стартовых поединках. Пускай в товарищеских матчах и существуют какие-то параллели, похожие встречи, поражения. Это все вторично, скажем так. Команда готовится к сезону. Для этого товарищеские матчи и существуют, чтобы увидеть эти самые проблемные места и сделать так, чтобы избежать их уже в официальных поединках. Угловой на правом фланге для Кремня. Давайте посмотрим за этой подачей. Навес. Ну, не сумел подающий игрок Кремня перебить ближнего игрока Гелиуса. Тот сбросил, в принципе, достаточно удачно в центральную зону. Там набегал на этот мяч игрок Кремня, но удар у него не вышел. Если бы, конечно, удалось поймать мяч на ногу как следует, пробить сторону ворот, то получился бы неплохой удар. Ну а так все это закончилось холостым выстрелом, скажем так. Андрей Олейник сильно вперед, центр поля. Здесь выигрывает борьбу Тимченко. Но там уже Коваленко не смог оказаться первым на подборе этого мяча. Вот из-за боковой. Пытался здесь Тимченко отдать на Иванова. Но там оттеснили корпусом Егора. Соперники, будет аут для Кремня на правом фланге. Простой ситуации потеряли мяч игроки Кремня. Роман Посечниченко бросил на Егора Иванова. Тот пытался вернуть своему защитнику мяч и сделал это неудачно. Ну и также можно сказать, пользуясь моментом, еще о том, что бывший игрок Кремня, бывший капитан Кремня Сергей Борзенко на днях подписал контракт с футбольным клубом из Донецка «Олимпик», команда премьер-лиги. Контракт на 2 года. Вот видим, что если игрок хорошего уровня, высокого класса, то в принципе и не помеха ему то, что он играл сезон во второй лиге. Провел очень хороший сезон Сергей Борзенко в Кремне. Сразу же стал капитаном, завоевал
без всяких вопросов место в основном составе Кремня. Сыграл, принял участие во всех матчах Кремня на кубок и в чемпионате. 31 поединок провел в минувшем сезоне за Кремень Сергей Борзенко. Ну, еще и удалось забить Сергею 9 мячей. В том сезоне это, конечно же, все не осталось без внимания более клубов более высокого уровня. Вот так Сергея пригласили на сборы Донецкий Олимпик. Сыграл он там целый ряд товарищеских поединков, результатом которых стало подписание контракта с Донецким клубом. Мы желаем, конечно же, Сергею удачи в премьер-лиге. Очень приятно, когда, конечно же, с одной стороны, неприятно, что покидают команду такие высококлассные исполнители, но с другой стороны, все мы понимаем, что футболисту нужно расти и прогрессировать, и футболисту такого уровня, как Сергей Борзенко, не было смысла снова начинать сезон во второй лиге, если тем более было приглашение от команды премьер-лиги. Поэтому желаем, конечно же, Сергею удачи в новой команде, в премьер-лиге, добиваться новых успехов, прогрессировать в своей карьере. Быть может, дальше будут уже и команды топ-уровня украинского чемпионата. Все зависит от Сергея, конечно же. Ну и еще, кроме Сергея Борзенко, очень большая группа игроков покинула Кремень в этом летнем межсезонье. Это и Ваге Саркисян также, игрок основного состава, ведущий, один из ведущих игроков Кремня в прошлом сезоне. Ваге Саркисян сейчас находится в Николаеве. Насколько мне известно, останется в Николаеве. Ваге подпишет с николаевским клубом контракт, если уже не подписал. Вот Виталий Сапко, Анатолий Тынынык, Вячеслав Гади, Сергей Александр, Сергей Стебловский. Вот эти игроки также покинули Кремень в летнем межсезонье. Игорь Прошутя. Вряд ли кто-то из них вернется назад в Кремень, если не подойдут новым своим командам, куда ребята отправились на просмотры. Ну, всякое, конечно, в футболе бывает. Не будем загадывать. Ну, то, что Сергей Борзенко не вернется в Кремень, это уже точно. Атакуют Кремень. Ну, здесь стоило бы сыграть чуть-чуть поточнее на Сергея Чинбая, конечно же, в этой ситуации. Передача оказалась неточной. В принципе, неплохо там открывался Сергей Чинбай. Подходит к завершению этот поединок. Я напомню, что мы с вами смотрим товарищеский матч в Харькове со стадиона «Бавария» между командами «Гелиос Харьков» и «Кремень Кременчук». 3-0 впереди харьковчане. Это товарищеский поединок. Следующий контрольный матч Кремень сыграет, как я уже и говорил, 16 июля в Кривом Роге с командой «Горняк». Начало этой игры в 16:00. Запись этого матча также вы сможете посмотреть на нашем сайте уже на следующий день, 17 июля. Полный поединок будет доступен для просмотра для болельщиков Кремня и не только, для всех желающих, которые захотят посмотреть этот поединок. Он будет на нашем сайте уже 17 июля. Логинов пробивает Александр, но пробил выше ворот, и к тому же еще в момент удара был контакт с ногой соперника. Небольшое повреждение получил здесь Александр, но поднимается без медицинской помощи, все нормально. По всей видимости, просто там был такой рикошет или чирк во время удара с ногой соперника. Неприятно для игрока Кремня, но не более того, скажем так. А здесь уже фолит на левом фланге. Игрок Кремня получает желтую карточку, ну а Гелиос получает право на штрафной удар, на стандарт на правом фланге. Скорее всего, будет выполнена навесная подача в штрафную. А может быть, и разыграют здесь этот мяч игроки Гелиоса. Ну, посмотрим, как будет.
долго думает вводящий игрок, находит штрафной своего партнера по команде, тут же открывается под него, хорошо двигается, как в первом, так и во втором тайме, без мяча, что самое главное, хорошо двигаются игроки Гелиуса, перевод на левый фланг, и здесь в борьбе с Владиславом Даниленко мяч уходит за пределы поля, и уходит он от игрока Гелиуса от ворот, уже быстро Андрей Олейник вел мяч в игру, все меньше и меньше остается игрового времени до конца этой встречи. Естественно, о каком-то положительном результате для Кремня в этой игре уже речи не идет. 100% этот матч выиграет Гелиус. Тут уже нету никаких вопросов. Вопрос только лишь один. Сумеет ли в оставшееся время провести гол престижа Кремень? Но в эти минуты с мячом Гелиус. Очередная атака, очередной заброс туда в глубину штрафной. Первый на мяче Андрей Олейник. Логинов начинает одну из последних атак Кремня в этом поединке. Мяч на правом фланге. Даниленко. Назад играет Владислав. Ну, таким образом, конечно, до ворот дойти проблематично. И забить хотя бы один мяч кремничужанам будет сложно. Вот сейчас длинная передача туда на правый фланг, на Тимченко. Игорь с мячом смотрит, кому отдать. В середине находит Александра Логинова. Логинов дальше на Даниленко. Пробивает Влад поворотом. Ну, неплохо пробил Влад. Мяч попал в крестовину после его удара. И звучит свисток арбитра встречи об окончании этого тайма. Этой встречи.